Так, ну у меня время уже идет. В общем, смотри, у меня бомба, три модуля. Так, давай начнем. У меня кнопка. Большая красная кнопка. Красная, на ней написано «взорвать». Взорвать. Красная кнопка «взорвать». Да. А на кнопке больше одного элемента питания? На бомбе, так, сейчас посмотрю. Нет, вообще нет. Ноль. Меньше. Резко нажми и отпусти кнопку. Сука, нет, ошибка, стой, нет, Диман! Нет. А да зачем тут сразу ты это делаешь? Ты мне сказал резко нажми. Я говорю отпусти. Нет, я же говорю нет. Так, а что ошибка делает? Ну, у меня несколько жизней, все, еще ошибка, все, бабах. А на кнопке написано «взорвать» у тебя, да? Да, красная кнопка, написано «взорвать». А, если не подходит, удержание кнопки. Задержи кнопку, ага. Задержи кнопку. Так, задержала. Отпустить что, потом? Что мигает, полоска какая? Синяя полоска загорелась, синяя полоска. Отпустите, когда любая цифра таймера будет равна 4. Ага, ждем. О, готово, обезвредили. Первый, идем дальше. У меня провода. Смотри, раз, два, три, четыре, шесть проводов. Там так. Слева направо идут. Шесть проводов, три желтых. Три желтых, два красных, один белый. Три желтых, два красных, один белый? Да. Три желтых, один красный, два белых. Нет. А как? Желтый-желтый, красный, белый, желтый, красный. Желтый-желтый, красный, белый, желтый, красный. Желтый-желтый. Если желтый. Если. Реж четвертый, наверное. Точно или наверное? Да. О, все. И последний модуль. Так, хорошо, у нас еще две с лишним минуты. Четыре кнопочки, и на них фигурки всякие нарисованы. Смайлик, там перевернутый знак вопроса. Так, так, говори, какие символы. Значит, смайлик такой, как будто язычок показывает, перевернутый знак вопроса. Потом обратное «П». И потом как будто осьминог держит палку в правой руке. А, буква «П», осьминог, вопросик, смайлик. «П», осьминог, вопросик, смайлик. Готово, Диман, обезвредили. Пок-пок-пок-пок-пок. Сюда. Ну что, давай по три бомбы каждый. Дальше. Следующее тоже три модуля. О, ты хорош, Дим. Я знаю, Дим. Мне многие так говорят. И да. Не только в играх. Когда тебе последний раз так говорили? Так, мне что-то Юля пишет сейчас. Так, ну-ка. А, тут голосовые, но я не смогу прослушать. А у тебя нет премиума привести в текст? Не, есть, но я не умею. Чел пишет: «Изи, Дина, скажи Диману, говоришь девушке, что любишь ее, она говорит, что ты ей просто друг. Изи, дружба готова». Так да, в этом и дело. Ну, дружба ли это? Понимаете, в такой дружбе кто-то страдает всегда. А это уже не дружба. Сэдж. Ну, я так понимаю, что он имеет в виду лже-любовь сказать. Лже-признание сделать, чтобы потом дружить. Кстати, так, вопросец. А если в сильном алкогольном опьянении эти так называемых два друга, уверена ли ты в том, что ничего не будет? Так, Дима, у нас вторая бомба, поехали. Значит, кнопка «взорвать» желтая. «Взорвать» желтая. Ага. «Взорвать» желтая кнопка. Так. Задерживай кнопку, удерживай ее. Прям, да? Да, и какая полоска будет, скажи мне? Синяя. Когда будет цифра таймера 4 равно, отпускай. Да в смысле, у меня 0,4,28. Я отпустила, Диман, и ошибка. Да? Да. Угу. Еще раз давай, что там по новой? О, я снова задержала, Диман. Желтая кнопка, синий индикатор, когда задержала. Синий индикатор? Да. Один блок питания на бомбе. Отпусти, когда цифра таймера будет 1 равна. Сейчас ждем. Сука, вторая ошибка, Диман! Ну, зажимай все сейчас, окей. Точно зажать? Да. Зажала. Отпусти, когда любая цифра таймера равна 5. Ждем. Диман, мы взорвались. Дин, ты, значит, мне не те цвета говорил. Ты прикалываешься, желтая кнопка написана «взорвать». Так, заново. Ладно, давай. Мне так жарко дома, я бы открыл окно. Открой. Да, пожалуй, так и сделаю. Давай. Ой, боже, Диман.
Время уже идет, а он ушел окно открывать. Ну хорошо, сейчас кнопки нет. Да не белая, там синяя была, чат, вы чё? Да. Алло. Так, Дим, четыре кнопочки с рисунками. Есть звездочка, перевернутый знак вопроса, перевернутая S. Звездочка, три шестерочки, решетка. Что еще раз? Звездочка, помойка, перевернутый знак вопроса и перевернутая S с точкой. S точка, звездочка, еще что? Сука. Перевернутый знак вопроса, помойка. Что за помойка? Ну, ваза такая, помойка. А еще что есть с вопрос точкой, помойка? Звездочка, и S смотрит в другую сторону, и у нее в серединке точка. S, звездочка, помойка, вопрос. Так, сделали. Идем дальше. Шесть проводов. Шесть проводов слева направо. Синий, красный, желтый, синий, синий, желтый. Синий, красный, желтый, желтый, синий, желтый, красный. Синий, красный, желтый, синий, синий, желтый. Синий, красный, синий, синий, желтый. Три синих, да? Да, три синих, два желтых, один красный. А, я не то смотрю. А сколько всего проводов? Шесть. Их всегда шесть, по-моему. Нет. Нет? Если желтых проводов нет, и последняя цифра... А, последняя цифра серийного номера. Четная, нечетная? А, так, серийный номер. Ноль. Получается, нечетная. А желтых проводов нет. В смысле, четная, наоборот. Желтый есть, их два. А, желтый есть. Четная цифра, их два желтых. Четвертый, ебаш. Точно? Да. Да, все. И последний блок остается. Лабиринтик типа Пакман. Да. И что делать? Ну, в общем, у меня обведены в зеленые кружочки. Тебе нужно сказать, где у тебя находится, во-первых, ты смотри, находишься. Смотри, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я нахожусь... Здорово, Денис, спасибо. 5-5. Моя позиция 5-5. Ну, 5? Слева верхнего считаем, да, циферки вниз? Внизу справа ты находишься, да, короче. Да, ну, не в самом низу, не в самом право. Короче, пятый столбец, пятая строчка. Окей, а где эти квадратики находятся? Обведенный находится пятый столбец, третья строчка. Пятый столбец, третья строчка. Это беленький обведенный. А темный обведенный находится четвертый столбец, шестая строчка. Бам-бам, вот здесь-здесь. Так. Ты уверена? Абсолютно уверена, Дим. Не-не, Дим, такого не может быть. Еще раз, какой столбец? Так, белый обведенный находится пятый столбец, третья строчка. Пятый столбец, третья строчка. Я сама нахожусь. Пятый столбец, пятая строчка. А чел этот находится где? А еще один не горящий обведенный находится четвертый столбец, шестая строчка. А, все, понял. Угу. Короче, смотри. Так. Изи. Так. А куда вести? А куда вести? А куда нужно вести? А где у тебя выход? А я не знаю, что из этого выход. Ну куда нужно вести, в белый или в темный? Ой, домофон пришел один. Сколько минут там? 1:40. Нормально, сейчас буду. О боже, он ушел. О боже. Чат, напишите скорее, нужно вести в темную или в белую. Куда, что вообще делать? Мы ее скоро бабахнем. Чат, помогите, господи. Что вы осуждаете? А, я квадратик? В смысле, нет, я треугольничек, да. Разве нет? Ты неправильно что-то сказала, потому что выхода нету. Куда вести-то тебя? Смотри, есть белый квадрат, обведенный зеленым кружочком. Есть темный квадрат, обведенный зеленым кружочком, не горящий. А вот... И а есть красный треугольник. А красный треугольник где у тебя? Вот справа, внизу, да? Красный треугольник 5-5. А квадрат, который выход второй? Белый квадрат 3, да. 5-3, 5-3. Боже мой, меньше минуты, Диман, скорее! Чё-то я нихуя не понял. А куда вести-то выхода-то? Нет, наберите. Диман! Как вообще его вести? Что тут делать нужно? А, вот стрелочками. А где у тебя белый квадрат находится, треугольник? Белый квадрат 5-3. И еще один квадрат 5-3. Еще один 4-6. А еще какие-то символы есть, обозначающие что-то? Еще он красный как... треугольник 5-5. А выход-то где, блядь? О боже. Так нет, серьезно, нету выхода. Короче, забей, Диман, я нажала вправо, пошло. Давай, куда мне дальше? Какое право? Я иду белым квадратом, я уже нахожусь на... А где белый квадрат у тебя находится? Сука, он находился 5-3. А, тогда вниз до упора иди. Дошла? Дим, мы взорвались.
Ну, Дина. Диман. Я не понял. Ты мне фейк-инфу давала. А, до красного треугольника довести белый. Все, подойду секунду. Давай, давай, да. Ничего, ничего. Сейчас мы вот еще две бомбы с ним сделаем, и я возьму за мануал, ребят. Ничего, нормально. Тебе нужно сказать, где находятся два обведенных кружка и где находится твой белый квадрат. Так я ему это все сказала, и красный треугольник тоже сказала. Я раньше играла так давно, года полтора назад, последний раз. Жозефина! Жозефина! Так, Дин, ну ты неправильно объясняла что-то. Диман. Я лабиринт нашел. Белый огонек до красного. Треугольника при помощи кнопок. А, белый огонек. Так, да, ладно, все, давай заново. А где белый огонек-то был, ни хера не понятно. Белый огонек был 5-3, Димочка. Он не прочитал. Диман все четко сказал. Дина сказала 5-3 вместо 6-3. А-а-а. Ты прикалываешься? Позиция была 5-3. Кто 6-3 там? Позиция была, Дим, Диночка. Скиньте ему клип, позиция была 5-3. Так, поехали. 6-3 клип, чат. Клип, чат, заруинило. Ты прочитал единственное сообщение в чате, которое признает тебя правым, да? Нашел. Нет, такое все чатике. Пишут. Да, конечно. Ладно, поехали, давай. Красная кнопка, написано нажать. Нажми. Просто нажать? Угу. Дим, ошибка. Сейчас, теперь я уже домотал. Так, я, ну, на рандом надо было один раз попробовать. Красная кнопка нажать. Да. Так. Кнопка красная держать. А, нажать именно, да? Да, красная нажать. Ага, тогда зажми ее просто. Зажала красный индикатор. Красный. А, отпусти, когда цифра таймера будет равна одному. Готово, обезвредили. Идем дальше. Ну, это самое простое, квадратики с рисуночками. Так, S с точкой, правильно, S с точкой. Черная звезда, трезубец и бабл из комикса текстовый. Какой бабл? Ну, квадратик из комикса, знаешь, когда к человеку реплика направлена. Алло. Ты имеешь в виду палец поднятый вверх? Да какой-то палец. Трезубец, бабл, тогда S и звездочка. Трезубец, бабл, S, звездочка. Все, супер, сделали. Так, идем дальше. Так, тут светофор. В общем, ромбик с четырьмя цветами. Синий, желтый, зеленый и красный. Это провод, да? Не-не-не-не-не. Цвета тут мигает зеленый. Зеленый мигает. Ой, вот это я не знаю, как проходить. Мигает зеленый, да? Да. И что делать? В серийном номере есть хотя бы одногласные, а е и оу. Нет, гласных нет. Какой цвет мигает? Зеленый. Желтый. Так, теперь нажала. Теперь мигает. Ой. Теперь мигает зеленый, желтый. Зеленый, желтый мигает, да? Да. Зеленый, желтый. Так. Зеленый. Так. Нажала. Теперь мигает зеленый, желтый, красный. Красный. То есть теперь я жму желтый, зеленый, красный. Так, нажала. Теперь мигает зеленый, желтый, красный, красный. Опять красный. Так. Готово! Обезврежено сюда. А, ты опять красный нажал, я вообще уточнил просто. Опять красный, типа. Диман. Так, ну что, третью мою бомбу, и потом меняемся. Мне кажется, кстати, Дим, с моими объяснениями у тебя бомбы будут только так пролетать. Посмотрим. О, там 6 модулей будет, о боже. Какая бомба-то? А, новая сейчас? Да. Этот экран предназначен только для вас. Ты готов? Да. Только нужно будет постараться в два раза лучше. Поехали. Синяя кнопка, написано «держать». Так, синяя кнопка держать. Угу. Синяя, блин, я переживаю. Кнопка. Синяя кнопка написана держать. Да, 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 да. Угу. Так. Угу. Удерживай.
Удерживаю, загорелась красный индикатор. Ну, останови, когда цифра 1 будет. Готово. Дальше. Еще одна кнопка. Белая кнопка, написано «Взорвать». Так. Если кнопка белая, на корпусе есть горящий индикатор «Кар». «Кар» есть? Нет, «Кар» нет. Индикатор. «Кар» нет. «Кар» нету, да? Ага. Тогда удерживай кнопку. Удерживаю. Белый индикатор загорелся. Значит, когда таймера равна единице. Ага, ждем, ждем. Сука, ошибка. Уверена? Да. Белая кнопка «Взорвать»? Да, 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 кара точно нет. Так. Если кнопка белая. И на бомбе. А сколько элементов питания? Слушай, два маленьких, две такие батареечки пальчиковые. А, один элемент питания, да? Две маленькие пальчиковые батарейки. Нажми и отпусти резко кнопку. О, готово. Идем дальше. Провода. Раз, два, три, четыре, шесть проводов. Синий, белый, желтый, желтый, красный, красный. Два желтых, два красных, синий, белый, да? Угу. Пишут, крыса стрим смотрит. Диман, ты что, стрим смотришь? Нет. Угу. Сколько проводов всего? Шесть. Шесть. Семь. А, шесть. Так. Желтый провод, всего их сколько? Два. Два, да? Угу. Красный. Давай, режь четвертый. Так, режу. Правильно, готово. Еще три модуля, Дим. Надо постараться. Ну. Теперь три провода. Белый, желтый, красный. Да нет, Дима белый, бы желтый, не... красный. Дима бы не стал обманывать, он не смотрит стрим. Да, белый, желтый, красный. Белый, желтый, так. А белый последний провод, а не первый? Не-не-не, первый. Значит, если синих проводов больше, чем один, режьте последний. Режь последний. Так, Мага, привет. Готово. Так, теперь два блока с картиночками. А, помойка, О с писечкой, перевернутая С с точкой и пустая звезда. Диман, ты что, реально смотришь стрим? Нет. А, О с точкой, С, звезда, помойка. Да, звезда пустая. Ну, я ответил. Диман, сказать. Ты охренел! О, ты чего, Дим? Ты охренел, ну закрой, я открыл твой стрим, ты реально смотришь. Да я удобно, чтобы было. Да, в смысле, ну это нечестно. Не переспрашивать. Да нет, это в этом и суть. Закрой. Ладно. Ты балбес. Я говорю, как нажать кружочек S, так. Звездочка, помойка. Так, кружочек S, звездочка, помойка. Балбес. Готово. Теперь еще один такой же блок, ну ты знаешь, ты смотрел. Так, яйца с усами, пустая звездочка, Z с хвостиком и загогулина усатая. А что за яйца волосатые? Дима? Поводок, спасибо за ресап. Ну такие яйца, как будто мордочка собаки или яйца с запятой сверху. Это просто яйца и маленький писюнчик. Еще типа раз, того. Так, пустая звезда, Z с хвостиком, загогулина такая, как будто, ну, лента так вот завилась. Короче, о боже, прям качается. Жопа, лента, загогулинка и звезда. Сюда! Боже, обезвредили. Сколько там оставалось? 28 секунд оставалось, Диман. Сюда. Сюда. Для меня это изи. Так, ну чё, теперь меняемся. Теперь ты открывай бомбу, а я открою мануал. Погнали. Так. Только играй честно, не подглядывай в мануал. Слышь? Ого! Ебать, колотить, это чё нахуй? Чё? Так, давай, где 4 символа в квадратиках. А ты уже всё открыл? О боже. Так, ну сейчас я найду этот раздел. Так, провода, кнопка. Так, 4 символа, давай, какие у тебя? Смотри, вишенка, S перевернутая с точкой, лямбда и буковка А с ногой, с членом. Так, лямбда, А, вишенки, и что еще? Лямбда, А, вишенки, А с членом. А, С точка перевернута. Ага, нажимай. А с членом, лямбда, вишенки, С точкой. Мы взорвались. Ты прикалываешься? Че это за хуйта? Ты шутишь, Диман? У меня бомба взорвалась просто! Да ты че придумываешь? Нестабильный выпуск газа, че, блять? Что?
У меня бомба взорвалась. Чего? Просто. Чего? Ты прикалываешься. Он врет, чат. Забейте. Диман, набирай то, что я тебе сказала. А с писькой? Что такое? Обнулять надо, ё-моё. Короче, еще раз давай. Трезубец, буковка Q с разные ножки в разные стороны, Z с запятой и это, трасса автогоночная в виде 8 квадрата. Так, еще раз, трезубец. Что еще там? Трезубец, Q с ножками в разные стороны, Z с запятой и это... И трасса, это самое. Ага, все поняла. Нажимай. Z с запятой, трасса, трезубец, Q. Сейчас. Z с запятой. Трасса, трезубец, Q. Ёпта мать, мы взорвались опять. Да что ты делаешь? Что ты это прикалываешься, за бред? Дим, что ты делаешь? У меня бомба просто взрывается. Что ты делаешь, Дима? Я не понимаю, что за бред? Как у тебя это происходит? Я не знаю, у меня просто взрывается бомба. Давай еще раз попробуем. Смотри, смайлик, Z с рожками и хвостиком, потом палец вверх и S с точкой. Нормально. Нажимай. Смайлик, палец так. Вверх, S с точкой, Z с рожками. Есть. Пишут, ты выбрал дальше. Сложный уровень, что ли? Да нет. Ты псих? Дальше, Дин, смотри. Так. Где выпустить газ? Да нет. Какой выпустить газ? Я такого даже выпустить не знаю. Выпустить газ, да нет. Ты какой уровень сложности поставил? Выпустить газ, да нет, Дина! Сейчас я буду искать. Да 8 секунд осталось, чего? Да или нет? Ты издеваешься, ты что там поставил? Блять. Ты взорвался? Все, я выпустил газ. Все, нормально, живем. Что дальше? А, там с другой стороны, сука. Боже, ой, Дима, почему ты взял какой-то раздел из 17-й страницы, выпуск газа на 17-й странице? Ты не ту бомбу открыл, Дим. Дина, мы разминируем нормальную бомбу, серьезно, а не детскую. Нужно поступательно идти, понимаешь? Так идем поступательно, здесь какая-то хуйта. Вот, смотри, квадратик, и в нем буквы написаны. С, Э, Ш, Д, С. Квадратик. А провода есть, нет? Проводов нету. И там буковки С, Э, Ш, Д, С. С, Э, Ш, Д, С. Я что-то не могу найти такой модуль. Он внизу где-то, наверное. Там буковки такие. В строку написаны буквы и стрелочки сверху вниз. Стрелочки сверху проводов вниз. Нету, если что. Точно проводов нет, да? Ну, провода слабые есть. Не те, которые тебя интересуют. Подожди, может, это пароли? В строчку написаны буквы у тебя? Да. А, вот, квадратик. Так, так. Кнопки имеют возможность только одна комбинация. Ага, я поняла. Так, какие у тебя на первой позиции буквы? Пролистай все. Какие там есть? Перечисляй. S, S, L, V, M, G, O, S, L, V, M, G, O. Так, а на последней позиции какие есть? S, C, O, L, G, E, S, C, O, L, E, G. Продолжай перечислять последние. S, L, G, E, O, C, S, L, G, E, O, C, S, L, G, O, E, C, S, L, G, E, O, C. Продолжай. S, L, G, E, O, C, S, L, G, E, O, C. А первая F есть? А первая... F нету. Первый нет? Нету. Еще раз последнее. Последнее. Блять! Что? Я случайно мискликнул. Что это за говнобомба? Что происходит, Дим? Я не понимаю, как это работает. Что это за бомба такая? Что ты сделал, Дим? Я нажал случайно. Ты взорвался? А, вот, давай, еще раз, это же. Ты взорвался, что ли? Первый ряд. Да, первый ряд, Дина, поехали. Ще, у, о, ц, с, т, ще, у, о, ц, с, т. Нет, давай с последних, давай сразу с последних. М, б, е, с, т, р, м, б, е, стер, мбестер, 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 мбестер. Мб, мбестер, так, сейчас я выбираю, какие могут тебе теоретически подойти. Мбестер, мбестер. Мбестер, мбестер. Так, мбестер. Мбестер, мбестер. Мбестер, мбестер. Мбестер. Так, мбестер. Три слова теоретически могут тебе подойти. Так, первый теперь, первый перечисляй. Ще, у,
О, С, С, Т, Щ, Уст. Окей, вторые перечисляй, вторые. У, П, Щ, А, Н. Короче, набирай слово супер, набирай слово супер. Супер? Да-да-да. Сейчас умом победим этот блок. Да, верно, верно, супер. Верно. Так, отлично. Так, дальше. Проводки только, где три проводка, 1, 2, 3 и АБВ написано. О боже. Это какие-то суперсложные, блин, провода. Так, вот модуль несколько панелей с проводами. Динарина, видно лишь одну. Там один синий провод у меня от 1 к В идет. Сейчас, погоди, я читаю. Подожди, не переходи к следующей панели пока что. Тебе нужно тут что-то перерезать, я сейчас должна понять, что. Ага, короче, тебе нужно будет на всех панелях запоминать, какие были провода. Еще раз, какие цвета проводов сейчас тут у тебя? Только синий провод, от 1 к В идет. Так. Так, первый синий от А, от 1 к В. От 1 к В, да. Первый синий. Подожди. А, тогда... Получается, ничего, что ли, не резать? Первый синий. Иди просто дальше. Дальше. Ага. Так, что так, там? Так, есть. А, три красных провода. 4, 5, 6, АБВ. Так, красный. А, первый красный куда подключен? 4 к Б. К Б. Ага. Второй красный куда? 5 к А. Третий красный куда? 6 тоже к А. Вот третий красный режь. Цифры мне не говори, только буквы меня интересуют. Разрезал. Тут, видишь, порядок проводов именно то, что на Разрезал. Экране, а не под цифрами. Так, переходи к следующей панели. Так, 7, 8, 9, А, Б, В. Два синих, красный. Так, первый синий куда? Сейчас, секундочку. Оп. Первый синий К идет. Режь. Второй синий Есть куда? Контакт. Второй синий куда? К Б. Пропускай. Следующий какой? Красный к Б идет тоже. А, нет, подожди. Синий ты сказал к Б? Да. Режь. Так. Так, и красный куда? К Б тоже. Пропускай следующую панель. Следующая панель. Два черных. Ага. Так, первый черный куда? К А. Режь. Второй Есть черный контакт. Куда? Второй черный идет к Б. Режь. Он третий к Б режь, идет. Режь. Мы взорвались, Дина! Чего? Какого хрена? Ты прикалываешься? Это второй черный был, Дим? Да! Ну, второй черный, в смысле, их всего два было, но он третий, на третьей позиции. Подождите, если он был... Ой, а, да, я ошиблась, сори. Подожди, а почему мы, с какой стати мы с первого раза взрываемся, Дим? А, Дим? Что? С какой стати тут мы с первого раза сразу взрываемся? Взрывает, тут сразу взрывает. Так поставь нормальную бомбу, поставь... на три ошибки. Ошибка. Нет, у меня шестая, у меня уровень шестой уже, Дима. Поставь, Дима, второй уровень. Что за второй уровень? Ну, там, где ты поставил шестой, поставь второй уровень. Так это неинтересно. Дима, это нормально, это поступательно Раздел 5, а как мы пройдем? Он сидел все это время давай, с твоим давай пройдем, открытым сном и смотрел на бомбу. Последнюю мою бомбу давай. Давай. Одна ошибка, это фуллер да, Б. Да, Дима, знаю. В жизни не будет, понимаешь, поблажек. Чел, мы так у тебя ничего не прошли еще. Нужно так, давай еще раз двигаться. С этими проводами. Второй черный провод, третий синий. Не говори мне их номера. Тут важно... Хорошо, черный, синий. Так, черный, синий. А, черный куда? В А. Режь. Разрезал. Синий куда? К В. Оставляй. Идем дальше. А дальше. Два красных, черный. Точнее, черный, два красных. Красный куда? Красный идет в А. Оставляй. Следующий какой? Красный, это, нет, первый черный идет, он в Б идет. Подожди, давай с красными разберемся. Первый красный идет в А. Не трогай, а второй красный? Второй в В идет. Тоже не трогай. А черный? Черный идет в Б. Тоже не трогай. Идем дальше. Два синих. Так, первый синий куда? Первый синий идет в В. Режь. Второй синий куда? Идет в Б. Режь. Так. Давай дальше. Два черных синий. На каком черном мы остановились? Ладно, первый черный куда? Первый черный в Б. Режь. Так. А второй черный куда? Второй черный в А. Тоже режь.
Так, синий В идет. Оставляй. Все? Так, все, прошли, да. Угу. Найс. Сейчас обнулимся. Умом, умом, умом. Дальше вот табличка с символами. Ну, эти рисуночки? Да. Угу. Так, сейчас долистаю. А, с хуем две вишенки. О, с хуем и лямбда. Ага, значит, о с хуем, а с хуем лямбда вишенки. О с хуем, а с хуем лямбда вишенки. Да. Есть, как так. Дальше угу. Вот это с буквами слово собрать где надо. Ага, о, так. Угу. Сейчас, секунду. Сейчас я его ищу, что-то я его... А, все, нашла. Так, ну поехали по старой схеме. Говори мне... Последние? Последние, да. Я, Е, Р, З, И, Ж, Я, Е, Р, З, И, Ж, Я, Р, Зыш, 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 Я, Р, Зыш. Так, либо линия, либо лилия, так, либо аллея, либо супер. А первые буквы? Ж, З, И, С, Ю. Ж, З, И, кратко, Ю. Ж, З, Y, В, С. З. Что? Блять. Сейчас. Что? Ж, Ж, З, С там. Ага, то есть Л, А нет, да? Л, А нету. Ну тогда супер получается опять. Супер опять? Да. Ну, если ты мне все правильно сказал. Да. О, хорош, так, дальше. А, все, обезвредили. Да? Да. Сюда. Сюда. Поставь, блин, поставь себе попроще бомбу. Так она простая. Все, мы прошли, найс. Нифига себе простая. Все, изи. Что, меняемся? Давай. Только играй честно, не подглядывай. Договорились? Давай, давай. Чат, а где эта инструкция нужна? Артеги? Да-да-да, скинута. Изи чат. Божьей помощью, как говорится. Так. Пэмс. Ту-ту. Ой. Слушай, ну давай я тогда из третьего раздела что-то. Умеренный уровень. Тайное послание. Так, давай. Mm. Три модуля, три ошибки. Как легко. Да? Ребят, в каэшечку потом пойдем. Попозже. В КС собираешься? Ну да. Ну не, я в Контрабанд Полис, наверное, пойду. Хотя я был для него целый день завтра выбрал лучше, чем сегодня обрезанный день играть. Я смотрел, у тебя Контрабанд Полис, смешно было. О как боже, у нас тут вообще. Аж Букамор за Диман. Так. И что делать? Что? Ну, в общем, азбука Морзе, там мигает лампочка. Азбука Морзе? Да, мигает лампочка. Где это мигает? А, я понял. Там еще указана частота 3505 мегагерц. Так, проверил тебя, диван. Интерпретируйте сигнал моргающей лампочки. Сигнал зациклен, имеет большой промежуток между повторениями. После определения слова установите соответствующую частоту и нажмите кнопку передачи. Ебать. Ну, давай. Так, сейчас. Я должна понять, где начало слова. Так. Короткая вот вспышка, большой. Точка. Так, тире, точка. Блин, вот это длинное. Так. Итак, точка, тире, тире, точка, тире, точка. Точка, тире, тире, точка. А, боже мой. Так, вот это длинный. И поехали. Тамам, тамам, та шекуля. Точка, тире, тире, точка, тире, точка. Точка, тире, тире, точка, то... что-то непонятное. Так, еще раз повторяю, сейчас буду искать. Точка, тире, тире, точка, тире, точка, тире, тире, тире. Тире, точка, тире. Так, не могу найти, еще раз. Точка, тире, так. Тире, точка, тире, точка, тире, тире, тире. Бля, тут мне слово собирать меня, надо, я не понимаю. У меня просто перед глазами уже все плывет.
Не, я просто не понимаю. Точка, тире, тире, точка. Точка, тире. Тире, точка. У меня все, у меня сейчас голова лопнет. Тире. Что это? Что тире? Это, Дида, взрывай, давай другую бомбу. Что это за точка тире? Я не надо разобраться, надо с этим разобраться. Так ты мне должна отдельно говорить слова. Ты при... В смысле? У меня все, что у меня есть, это мигающая лампочка и частота, которая на табло написано 3.505 МГц. И внизу TX. А, вот, буквы. Чел говорит, Борис. О, давай, Борис, 3.5.9.5. Что? Мегагерц выставляет 3.5.9.5. Так, 3... 3.5... Сейчас еще. Выставила. И что, нажать TX Борис, нужно? Борис. У меня Бориса тут нет, я тык. Да, нет, да, это ошибка. Да. Ошибка. Чел, сука, ты Борис, блин. Я сейчас. Еще раз скажи слово, как начинается. Так, сейчас найдем, дойдем к началу, когда будет большой перерыв. Я сейчас попробую. Давай. Ну, сейчас ждем. Итак, поехали. Точка, тире. Тире. Да. Точка. Тире. Точка. Тире. Тире, тире. 3-5-2-2 ставь. Так, 3-5-2-2. О, готово, зеленое. Нифига, ты молодец, Дим. Так, дальше. Панелька на экранчике слова и 6 кнопок с другими словами. Так, еще раз. Панелька на экране слова и еще 6 кнопок с другими словами. 6 кнопок с другими словами. Угу. А, понял. О боже. На экране... Что за место? Какие слова? Сука, 50 секунд! На экранчике слово «краба-б», слова «весило», «стой», «еще раз», «да», «ничего», «первое». «Краба-б». Тебе нужно выбрать второй слабец, второе слово. Так. Красная кнопка, Диман! Нет, сказать мне его нужно, типа, посмотреть и сказать, боже, что там Диман! Слово. Теперь у меня пусто на экране. Пусто на экране просто слова. Алло. Что? Да, какие слова? Я чуть подожди. Слова готовы. Весело. Стой. Первое. Весело. Еще раз. Диман, там осталось 6 секунд. Боже, мы сейчас взорвемся. ББ! Где бомба-то у тебя, не у меня? Я тут взорвусь. Я взорвалась, Дим. Блин, ну бывает. Давай еще раз. Это с тремя жизнями было. Я сказал, вторая строка, второй столбец, третья... Ой, а я третья... я третья сказал, господи. О, Диман. Уже Диман, а раньше Дима или Димочка. Ребят, времена меняются. Димочка, твой любимый модуль с азбукой Морзе, боже. Может, потом его оставим? Давай пока другие решим. Так. Да с азбукой Морзе быстро будет, говори его. Блин. Ну ладно, ждем, пока тут будет перерывчик. Главное, смотри, когда слово начинается, верно. Все, поехали. Тире, точка, тире. Тире, 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 точка, тире, 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 точка, тире, точка, тире, перерыв, тире, еще точка, раз. Тире, так. Тире, 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 точка, тире, 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 тире. Точка, тире. Точка, тире. Перерыв. А, точка, 3-5-3-5. Ага. 3-5-3-5. Красная, блин, Дима. Блядь, сука, ты Хантик, ублюдок. Что ты Хантика слушаешь? Тебе сын помогает бомбу обезвреживать. Поехали. Тире, точка, тире. Тире, точка, тире, 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 точка, тире, 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 точка, тире. 3-5-7-2. 3-5-7-2. Нажимаю. О, сработало. Так, идем дальше. Провода. 4 желтых провода. 4 желтых провода. Да, да. Так. 4 желтых провода. Так. Блин, плотно. Цвета проводов. Желтый, Дим. 4 желтых провода. Последний режь. Ошибка, Дим.
Ты что, Дин, прикалываешься? 4 желтых провода, все. А, режь первый. Готово. Так, и остается модуль. Сколько у нас там времени? 2 минуты. Так, ё-моё. Остается модуль. На экране циферка и еще 4 кнопки с цифрами. Циферка? А, да. Есть такое. На экране какое горит? На экране горит 2. Дим, тут нужно будет запоминать. На вторую. О, боже, мне свет нажми. Вырубили. Я если ничего не вижу, мне вырубили свет. Кнопку, так, кнопку 2 нажми, там очевидно ее. Я не вижу ничего. Мне нужно запомнить, что на ней написано, понимаешь? Ждем, пока свет включат. Мне вырубили свет. Так, свет дали. Так, вторую позицию жму, да? Да. Так, ага, 2-4 запоминаем. 2-4. 2-4. 3. Горит 3 на экране. 2-4. На экране горит 3. А нажми кнопку на первой позиции. Так, 2-4. 1-4. Сука. Пиликать будильник начал так. 2-4. Теперь 1-4. 2-4-1-4. 2-4-1-4. 2-4-1-4. 2-4-1-4. 2-4-1-4. Горит 2. Горит 2. 2-4-14. 2-4-1-4. Давай, 24-14 проще запомнить. Давай, 24-14, давай. 2 горит. Если на экране горит 2, нажми кнопку с тем же значением, которое нажимали на первом этапе. Так, со значением 4. Получается 24-14-14. 24-14-14. 24-14-14. Горит 2 снова. 24-14-14. Горит, да не надо повторять, уже запомнишь, 2 числа все. Нажмите кнопку на первой позиции. Так, 24-14-14-11. Нажала. Вот и все. И последнее. Что? Горит 3. Горит 3. Нажми кнопку с тем значением, которое нажимал на четвертом этапе. Так, с единичкой, да? Готово. Да. Сюда! И... Сюда! Блин, интересно, а как там эту Морзе расшифровывать? Ну, я 2 раза из 2 расшифровал, если что. Да, вот мне интересно, как ты это делал. Рандом. Так. Так, ну давай еще одну простую и меняемся. Только давай ты тоже не суперсложную возьмешь. Я не сложную брал особо. Но у тебя из 6-го блока была. Но мы ее быстро прошли. О боже, Дим. Так, ну это изичная вообще, суперпростая. В общем, провода. 4 провода, 1 синий, 2 красных, 1 белый. Сколько, 4 провода? Да, да. 2 красных, 1 белый? Да, и 1 синий. Серийный номер, какой последняя цифра? 7. Последний красный режь. Так последний или красный? Последний красный. Готово. Так, так, ой, слушай, это какие другие провода? Здесь провода сверху вниз, и внизу звездочки нарисованы. Сверху над некоторыми, почти над всеми проводами горят лампочки, над одним не горит лампочка, а снизу звездочки под 3 нарисованы. Ой, бля, это поебота такая знатная, я не знаю как. Посмотри, на каждый провод над проводом есть светодиод, под ним есть место под символ, звездочка. Так. Для каждой связки провод-светодиод символ используется приведенную ниже диаграмму Венна, чтобы решить, резать провод или нет. О, провода бывают полосатыми. Полосатых нет. Какого цвета провода? Полосатых нет. Красный, синий, белый, красный, белый, белый. У провода красная расцветка, да? Ну, 2 красных, 3 белых, 1 синий. О-о-о. А что это делать? Не знаю, ты мне скажи. 2 красных, еще раз, какие цвета у тебя? 2 красных, 3 белых, 1 синий. 2 красных, 3 белых, 1 синий. Угу. А у провода красная расцветка. Звездочки внизу у всех нарисованы проводов? Нет, только 3 звездочки. А где есть звездочки? Какими проводами? Так, под первым красным есть звездочка, под синим есть звездочка, и под вторым красным есть звездочка. Так, сейчас, секунду. Так, и звездочка осталось? Есть, да? 3 минуты. О, боже мой. А, режь первый. Первый красный со звездочкой резать, да? Да. Там, ну, слушай, там нет светодиода, точно режу? Режь. Так, разрезала. Дальше. Дальше. Второй какой у тебя? Второй синий, над ним горит лампочка, внизу звездочка. Второй синий, да? Да. Второй синий, так. Над ним горит лампочка, внизу звездочка. Да, да. Режь, если у бомбы есть параллельный порт. Что это такое? Не знаю. Блин, чат, это параллельный порт? 2 таких блока, да. Для вставки. Да, режь. Вроде да, нет, говорят. Блин, режь, чат, режь, не да. Знаете. Режу второй, да? Ладно. Да.
Блин, ошибка, Диман. Ну, Дим, ну значит, параллельный порт, он косячок у тебя уж. Дим. Тогда не режь. Ну, я его уже разрезала, да, идем дальше. Дальше, третий какой? Белый, над ним лампочка, под ним нет звездочки. Дальше, следующий. Красный, над ним лампочка, под ним звездочка. Красный, да? Да. Над ним лампочка. Под ним звездочка. Над ним лампочка. И звездочка. Да-да-да-да-да-да-да. А, полторы минуты. Не режь, следующий. Белый, над ним лампочка, под ним пусто. Следующий. Белый, над ним лампочка, под ним пусто. Следующий. Все, больше нет, но мы еще не прошли. Все? Нет, мы не прошли этот модуль. Как не прошли? Вот так не прошли. А какой предпоследний провод? Предпоследний белый, над ним лампочка, под ним пусто. А перед белым? Красный, над ним лампочка, под ним звездочка. Но мы его оставили, его, да? А перед этим красным? Белый, над ним лампочка, под ним пусто. Белый. Похи, я разрезала красный, это сработало, идем дальше. На экранчике циферка 3, 4 кнопки, поехали. На экране цифра 3, давай скорее. Цифра 3? Да, 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 давай, давай, давай. 4 кнопки, режь третью кнопку третьей позиции. Так, окей. 3-1, 3-1, снова 3, снова 3. Кнопку на первой позиции режь. 4. 31, 34. 31, 14, 31, 14, 4 на экране, 31, 14. 31, 3, 4. 31, 14, Дим, четверка на экране. Четверка на экране, нажми кнопку с значением. Мы взорвались, Дим, время вышло. Ём, на счет не сказал, сколько времени, мы бы торопились. Я тебе говорила, я тебе говорила. Здорово, Диман, чё, кого, всё чётенько, здорово, здорово. Блин, это из-за того, что с проводами, со звёздочками очень долго сидели. Ну, блин, тут так просто, Дина, как ты хотела. Ты из третьего модуля. Давай, очень быстро, давай, провода, звездочки. Опять? Да-да-да. Провода, звездочки, давай. Полосатый, сине-красный, внизу звездочка, сверху нет лампочки. Дальше, полосатый, сине-красный, сверху лампочка, снизу звездочка. Просто белый, сверху нет лампочки, снизу звездочка. Полосатый, бело-красный, сверху нет лампочки, снизу звездочка. Давай с первого начнем. Первый давай, какой? Первый. Сине-красный, сверху пусто, снизу звездочка. Сине-красный, сверху пусто, снизу звездочка, да? Да, да. Пусто и звездочка. Да-да-да-да-да-да. Давай, Диман. У бомбы есть параллельный порт? Да, сука. Блин, это он или нет? Ну, похоже, что нет. Нету, да? Тогда не режь провод. Следующий. Ага. Сине-красный, сверху лампочка, снизу звездочка. Сине-красный, да? Угу. Сине-красный. Сверху лампочка. Да, снизу звездочка. Снизу звездочка. Ага. Не режь. Так, хорошо. Белый, сверху пусто, снизу звездочка. Снизу звездочка. Пусто, снизу звездочка. Ага. Режь. Хорошо. Бело-красный, сверху пусто, снизу звездочка. Бело-красный. Угу. Снизу пусто, сверху звездочка. Сверху пусто, снизу звездочка. Снизу звездочка. Угу. Параллельного порта нет, не режь. Следующий. Ага. Красный, сверху лампочка, снизу пусто. В чем логика, красный. Откуда парень инфу дает? У Димана открыт мануал. Вы да можете его глянуть у него беру на стриме. С неба просто так. Красный, сверху лампочка, снизу пусто. Снизу лампочка, что сверху? Сверху спасибо, лампочка, снизу пусто. Сверху лампочка, а снизу пусто. Угу. Режу? Не режь, не режь. А не что режь. Тогда резать? Не надо. Нужно не режь. Что-то резать, Дим. Не... Режь по чуйке, Дина. Дим, что резать? По чуйке. Ладно. О, так еще нужно что-то разрезать. Я по чуйке разрезала бело-красный. Еще один. Еще такой же давай. Все, все разрезала, короче, прошли этот уровень. Идем дальше. Все, зачем самые повелся? Простые провода, слева направо. Самые так, простые самые провода простые. Слева направо, да. Два красных, один черный, два синих. Два красных, один черный. Угу. Это сколько всего их? Пять. Пять проводов, два красных. Угу. Еще раз, два красных. Один черный, два синих. Режь первый. Готово, прошли. Так, дальше.
А, ну это вообще изящное. Светофор. Ромб с цветами. Так. Какой мигает? Красный мигает. Ошибки есть? Нет. Какие ошибки нет? Синюю тогда нажми. Сука, ошибка. Что за ошибка? Какие ошибки, Дим? А, у нас ошибки. Ошибки, да, конечно, Дим. Есть. Мы же ошибались. Так, давай еще раз. Так, сейчас у меня свет вырубили. Так, стримишь. Так, теперь у нас две ошибки запомнили. Так, поехали. Красный мигает. Две ошибки. Красный мигает, две ошибки. Зеленая. Мы взорвали. Дима! Дин, ты не то, да. Не... А, я забыл уточнить у тебя про серийный номер. Это был такой простой модуль. Я чуть-чуть забыл. Солянчик, солянчик. Не, ну сейчас тоже пройти. Давай, Дина. Финалочку, давай это самое. На прохождение. И потом чат КС-очка. Ты в КС потом? Дикая. Да я в КС-очку хочу залететь, так соскучился, давно не играл. Давай, провода слева направо. Четыре провода. Желтый, синий, черный, желтый. Желтый, синий, черный, желтый? Угу. Желтый, синий, черный, желтый. Четыре, что ли? Да, да, четыре, четыре. Желтый, синий, черный, желтый. Желтый, синий, черный, желтый. Желтый, синий. А, режь последний. Ошибка, Дим. Ты смотришь вообще в инструкцию? Да, второй режь. Ой, последний, последний, последний. Я уже разрезал второй, это еще одна ошибка, Дим. Ну и тогда третий режь, и все. Мы взорвались, ты прикалываешься, это грёбаные провода. Ты четыре раза не попала, это чё, Дима, да почему, это же такой простой модуль, как так, я не понимаю. Диман. Давай. Соберись, просто смотри в мануал. Давай. Поехали. Провода слева направо, их всего три. Один синий, два белых. Синий, два белых. Да. Синий. А последний провод белый? Да. Вот его и хуярь. Ошибка. А, последний режь. Так я его уже разрезала, ошибка была. Ну, последний, который остался. Хорошо. Идем дальше. Другие провода с диодами и звездочками. Опять у тебя это задание, ну господи. Так оно же простое, давай. Мы выяснили. Так, первый. Сверху пусто, снизу пусто, белый. А сверху пусто, снизу пусто, белый. Белый. Угу. Ничего не горит, да? Угу. Тогда режь. Готово. Второй. Сверху пусто, снизу звездочка, красный. Звездочка красный, да? Угу. Красный и звездочка снизу. Угу. Красный. А сверху пусто. Лампа не горит. Сверху... А сверху пусто. Угу. А снизу звездочка. Да, да. А, снизу звездочка. Ты так говоришь, как будто ты что-то понял. Снизу звездочка. Тогда. А что выбирать-то здесь, блядь? Н. П. А есть параллельный порт у бомбы? Да. Или два и более элемента питания. Нет, ни того, ни другого нет. Тогда не трогай. Следующий. Так, след... Сука, бомба грёбаная. А, следующий. Бело-синий. Сверху диод, снизу пусто. Бело-синий? Да. Сверху лампа, снизу пусто. Сверху лампа, снизу пусто. Бело-синий? Да. Сверху лампа, снизу пусто. Да. Сверху лампа. Ё-моё. Последняя цифра серийного номера чётная? Так, сейчас проверю. Нет, нечетная. Дайте ЖБ на Бундеслигу. Что? Нечетная, нет, 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 нет. Ореш. Ошибка. Так. Дальше. Синий сверху лампа, снизу звезда. Синий сверху лампа, снизу звезда. Да. Лампа и звезда. Тогда не трогай. Хорошо. И последний, белый. Сверху пусто, снизу пусто. Режь. Готово, но нужно еще что-то разрезать. Остались у нас, давай, два провода. Почуечки. В смысле почуечки? Ну два, один, 50 на 50, Дина, 50. Да нам на 50. Нельзя ошибаться, Дима, у нас уже две ошибки, ты прикалываешься? Дина, верь в себя, ты хорошо угадываешь, просто верь в себя.
Ладно. Давай. Готово, разрезала, прошли. Вот и остается последний модуль, последний модуль. Цифра на экране и кнопочки с цифрами под ней. Давай. Так, цифра 1. Осталась минута, осталась минута. Цифра 1. Вторую позицию, вторую позицию. Ага. Так, 2-1, окей. Нажали. 2-1, 2-1, 2-1, 2-1. Цифра 1 снова. 2-1, 2-1. Цифра 1, 4. Четвертую позицию? Или, да. Или четверку? Четвертую позицию. Ага. Ой, со значением 4. Сука! Ты... А ты взорвалась? Взорвались! Подожди. Блин, Дин, ну ты поспешила чуть. Диман. Ведь поспешила. Димочка, ты худший. Я предлагаю как-нибудь сделать еще второй заход, тогда я буду более выспавшийся. Да, чтобы, да, давай тогда в КС-ку иди играй. Сейчас с пацанами по классике КС-очка. Да, да, настреляй там как следует. Да нет, чат, мне просто тяжело говорить, потому что я же это, ну, говорю, я, меня с кровати сняли просто, Дина сняла с кровати меня. Ты так лучше не говори, Дим. Ладно, хорошо тебе поиграть в КС-очку, спасибо за бомбу. Аниме пойдешь смотреть? А, да я думаю, слабое звено скорее. Понял, все, ладно. Давай, хорошо тебе стримить. Все, спасибо, Дим, давай, пока-пока. 8 марта, давай. Спасибо.